Этой встречи ждали многие, ведь в наш город приехала настоящая легенда – Джефф Монсон, боец ММА, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. 48-летний спортсмен за время своей профессиональной карьеры одержал на ринге 60 побед при 26 поражениях и одной ничьей. На данный момент он является депутатом Совета депутатов городского округа Красногорск. Над своей книгой автор работал 1,5 года. Он уверен, что она окажется полезна многим. I wrote 2 books, and so this is the books for the younger audience. The other book has more of my adult mistakes, I guess. Он написал 2 книги, эта книга больше рассчитана на подростков и на детей, а вот во 2-й книге он больше рассказывает о своих ошибках взрослой жизни. На встречу со спортсменом пришли представители одинцовских школ единоборств и регби. От мала до велика. У всех к этому дню были заготовлены подарки, сделанные своими руками. Юные поклонники принесли Джеффу закладки для его книги, на которых из скрученной проволоки была сделана надпись «Путь бойца». Поколение постарше, регбисты, подарили Монсону не совсем обычную форму своей сборной. В городе Одинцово, в Одинцовском районе, очень хорошее отделение регби. Здесь воспитываются настоящие, тоже будущие чемпионы. В Московской области есть легендарный клуб ВВА Подмосковье. От имени генерального директора мы дарим вам такую регбийку и приглашаем нашу команду по регби. Ведь борьба и регби – это практически одно и то же. Книга Джеффа вышла в издательстве АСТ в 2018 году. «Путь бойца. Автобиография без купюр. О себе, победах и поражениях». На страницах книги автор рассказывает о своем непростом детстве, о трудных ситуациях, в которые он попадал, будучи профессиональным спортсменом, и о сложностях переезда в Россию. It's basically about not quitting when things are bad. Самый главный посыл автора в том, чтобы не сдаваться, когда становится сложно. But it's also about like everything that I saw, like in fighting and traveling the world. Также в книге он пишет о том, что вообще увидел в своей жизни, путешествуя и принимая участие в боях. На встрече спортсмен около часа отвечал на вопросы. Специально для тех, кто не мог приехать в первую библиотеку, была организована видеоконференц-связь. Поэтому пообщаться со «Снеговиком», под этим прозвищем он также известен, смогли фанаты из разных уголков планеты. Гости задавали вопросы, которые касались как спортивных достижений, так и личной жизни. Дети спрашивали, как боец переносит поражение, тренирует ли он сам в своей школе. Взрослых же интересовали куда более важные вопросы. Например, был ли Джефф когда-нибудь волонтером. Завершилась встреча автограф-сессией и совместной фотографией.